Добрый вечер! Всем привет! Наконец-то свершилось, ребятушки! Да, свершилось. Наконец-то у нас стартует сезон Альфа-лиги. Да, отличной лиги, просто замечательная лига. Очень мне нравится лига Альфа, вот честно тебе скажу, здесь отличные команды, здесь хороший StarCraft, здесь есть все для того, чтобы... посмотреть, насладиться вечерком после работки, кто с пивком, кто с водочкой, кто с чайком, кто с кефирчиком, в общем, со своим любимым напитком, можно посидеть и посмотреть отличный StarCraft от хороших ребят. В общем, первый тур Альфа-лиги, с чем я, собственно говоря, всех и поздравляю. Вот, сегодня у нас, это уже пятый сезон Альфы, напомню. Вот, сегодня у нас играют команды Ukrainian Team и Angel Wings. Хорошие ребята, встречались мы уже с ними. Да, сильная команда. Да, 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 тут я с тобой полностью соглашусь. Встречались мы с ними буквально в прошлом году, 15 декабря. Со счетом 2-3 тогда закончилась эта игра, не в нашу пользу. А вот, тогда карты взяли от нас, это Zipper и Rancorn и Waze. 3-2, извините, в нашу пользу закончилось. Я перепутал немножко. Закончил. Тогда Zipper взял Ace матч на Orbital Shipyard. Да. Из Франции. Ну и сегодня у нас Zipper опять есть в лайнапе. Будем надеяться, что это. Будем надеяться, что до Ace не дойдет. Ну, будем, конечно, надеяться, что до Ace не дойдет. Но если же до него дойдет, то в принципе у нас есть кого выставить на этот Ace. Эйса на Эйс у нас нет, зато у нас есть Zipper на Эйс. Да, спрашиваю я у ребят, можем ли мы создавать карты, потому что Феникса я уже вижу. А, Ноба. Есть Ноба? Он зашел на канал? Да не, найди, пожалуйста, мне Ноба. Он, по всей видимости, на канал турнира не зашел, поэтому... Так, сейчас я пытаюсь это сделать. Скидываю я ссылочку на стрим. Юрий очень просил он меня. Говорит, давай, говорит, скидывай мне стримчик, тоже посмотрю. Так, первая карта у нас Храм во льдах, Frozen Temple. Не видел я этой карты еще, не играл я на ней, поэтому я ничего хорошего, плохого сказать не могу. Данил, играл ты на ней. Как тебе впечатление? Сложная для тирана карта. Сложно для тирана, да? Но у нас сегодня... Ну, там очень сложно застроить проход, как бы, на натурал. Угу. Поэтому... Угу. Так. Есть стрим от наших оппонентов. А кто стример? К сожалению, не вижу. Сейчас уточним тогда. Ноба есть у нас в StarCraft, его просто нету в канале. На канале я сейчас ему напишу. Да приглашаю сразу Китай его. Ага, все понял. Вижу. Ноба, вот Ноба пришел. Угу. Так. Шорф and. Что же был только что? Я, к сожалению, не понимаю аббревиатуры, которые пишет Феникс. Может быть, ты понимаешь? Я Феникса случайно в зрителя перевел. Сейчас сделать ведущим. DC он написал, это DC комиксы, есть такая, фильмы еще выходят под DC, но ты не, скажи мне, я тебе скажу,
Я понял, я слишком стар, чтобы это знать. Ну что ты сразу так, боже мой, как же ты так себя не любишь-то? Я хотел сказать, что ты просто не интересуешься этим, Данил, вот и все. Вот. А так, есть DC компания, а есть Marvel комиксы, выходят под это. Это две разные вселенные комиксов. Ну, в общем, это сегодня не об этом. Собственно говоря, ждем мы, пока пригласит Феникс стримеров своих. Так. Ожидаем мы. Да. Be right back, написал Феникс. Данил, это специально для тебя расшифровал я аббревиатуру, если ты не знал, что такое БРБ. Я просто тоже недавно сам узнал, поэтому могу себе это позволить. Ну да, ты как молодой игрок нашей с тобой команды. Да не очень-то я и молодой. Объясняй мне, пожалуйста. По меркам Старкрафта я так уже даже старый. По меркам Старкрафта ты скоро умрешь. Это ты. А я уже умер. А, окей. Да. Если вопрос стоит так, то хорошо. Пусть будет так. Так, одну секундочку, Данил, я отойду буквально на минуточку. Да, конечно. Какие-то проблемы технического характера у наших соперников. Нету пока стримеров. Ожидаем. Все, я здесь забыл водички себе взять. Что, у нас не стартовало еще? Нет, у нас пока еще нету стримеров. Ну, как так-то? Ну вот так вот, как-то так. Ужасно, ужасно. Да. О, Chicken Wings. Chicken Wings, да, у нас появляется в обсерверах. Видимо, это стример. Может быть, это помощник стримера. Может быть, и помощник. Стример у них в мастер-лиге, неплохо. Не то, что мы, ты хотел сказать. Нет, ну просто констатирую факт, что стример у них из мастер-лиги. Так. Опять какие-то непонятные мне буквы пишет Феникс. Ре. Так, надо проверить их. Стримчик. На задержку. А, кстати, ссылку на стрим они давали? Да, у них же есть в этом. Угу. Практикую немножко английский. Тоже полезно. Вот. Посмотрим на наш стрим. Что у нас здесь? Отличный ход. Просто замечательный. Почему-то у меня написано, что я один его смотрю. На самом деле нет. Есть люди. Как минимум я его тоже смотрю. Поэтому... 8 человек. Наша знаменитая восьмерка. Здравствуйте, ребята, всем. Еще раз, сейчас мы начнем, потому что не я ведущий данной катавасии, поэтому мы ждем и еще раз ждем.
Мы такие же заложники ситуации, друзья, как и вы. Ага. Феникс, на самом деле, видишь, парень не любит много писать. Поэтому он пишет Ре, это Ready, скорее всего. Да, Ре, К. К это окей, Y это типа Yes. Это Yes, наверное, да. Это логично. Угу. Ну, 7 минут, но уже могли одну игру закончить, друг мой. В принципе, да, ЗВП могли бы уже и закончить за 7 минут. Как-то неорганизованно, неорганизованно. Так, покажем пока рекламу ребятам. Отключайте отблоки, пожалуйста. Да, мы за полгода стрима уже заработали целых 12 рублей. Это очень важно. Че, серьезно? Да. Да вообще, слушай. Так, пока, собственно, говорить особо не о чем. Давайте расскажем об этой карте. То есть, на мой взгляд, карта как бы сложна тем, что очень широкий проход на натурал и очень много места на мейне. Вот, то есть тут какие-то вот ранние агрессии, какой-то харас, может какие-то дропы даже там оверлордами и так далее могут помочь. Ну и тут в принципе очень удобно харасить призмой, поэтому затрудняюсь сказать, кому это в плюс, кому это в минус. Да, согласен. А тем временем у нас никаких изменений. Все так же мы ждем оппонентов. Собирают они своих игроков, видимо, где-то. Стримеров. Ждем. Ага, окей. Осталось, мы ждем 9 минут, осталось нам подождать 2 секунды. Но это вранье, они уже писали так. И так, приходит у нас, не знаю, стример или сокастер. Ну, теперь, в принципе, я думаю, все готово. Угу. И мы можем... они все сюда зайдут? А я что-то тоже не понял. Ну, Сторф, это, кстати, стример, да. Насколько я помню из диалога. Окей, у них два, ок. Угу. Два кастера, ок, no problem. Если два, пожалуйста, это их право. Вот, главное, чтобы не больше, не меньше. Ну да, главное, чтобы они всей командой не сидели у пса. То есть иногда бывает такое. Это неправильно. Быть такого не должно. Угу. Все, отлично. Ноба написал гол, все, Феникс гол, все, наконец-то. А теперь, Данил, молчи. Умничка. Антон сегодня возобновил показ нашей волшебной заставочки, угу. Поэтому опять надо молчать на загрузке игры. Да, будьте любезны. Да. Будьте любезны, Данил Александрович. Потому что потому. Так я, кстати, не смог настроить как-то вызов, допустим, показ заставки с какой-то кнопки, допустим. Я что-то лазил в настройках, лазил, не смог. Ну да ладно, найти, я думаю, такое. Разберемся мы это потом. Ну, этим. Как-нибудь, да, в другой раз. На клавиатуру что-то отодвинуть, что-то близко слишком. Не помещаюсь я на столе.
Итак, поехали, друзья мои. Да, первая игра у нас Феникс против Ноба, Зерг против Протоса. Протос Феникс у нас находится сверху на 11 часах, и на 5 часах у нас находится Зерг Ноба из команды UA Team. Уи! Поехали смотреть, что там да как. Да, увеличить немножко звук игры. И так, гейт пошел, то есть никаких нексусов до гейта Феникса мы не увидим. Так, у Ноба что, какая хата? 17-я хэтчери, стандартная. Ничего лишнего. Ничего, скажем так, экстраординарного. Да. Здесь пробочка гейт приезжает в разведку. Увидеть сейчас, что хэтчери было поставлено до пула, что все нормально. Да. Что можно ставить свой Nexus. Смотрим, смотрим, смотрим. Протос не играет в два газа сразу. Он копит на что-то минералы. На Nexus он, конечно же. На Nexus, минералы, да, конечно. Это... Вот он нашел Nexus. Гейт Nexus у нас. Проверяет, проверяет у нас Феникс абсолютно все. Что у нас Ноба? Замышляет, может, что-то. Третья хата пошла у нас от Ноба. Ага, хорошо. Вот так вот, до какого-либо газа, то есть был поставлен пул, и сразу третья хэтчери. Ох, на третью хэтчери здесь столько заходов, это просто жесть. Да, Терра, ну не очень. Ну, карта, сложная карта, да. И, блин, это не застроишь-то все? Тут рампы большие, слушай, я просто не видел эту карту. Тут даже натурал нельзя застроить, в принципе. Ну, я не знаю, может, не, можно, натурал, там, не знаю, 5 саплаев и бункер. Ну, вот бред. Третью, как деф от Терана, ну, это вообще... Слушай, ну, не знаю, если у нас есть Тераны, которые играют на этой карте, и которым она нравится... Ну, она никому не нравится. Причем она не нравится никому, по-моему, из всех раз. Даже Зергам? Даже Зергам. Ну, не знаю, не знаю, забегания здесь выглядят очень привлекательными. Прям вот очень-очень. Вообще, специальный фидбэк, кстати, сегодня утром выпустил Blizzard по поводу этих карт. Угу. И что сказали? Будут их править. А, то есть, недовольны все, и Blizzard решили сказать, блин, ну ладно. Ну да, они решили исправить старые карты. То есть, они, в принципе, косвенно признали свою ошибку, что как бы вводить в мап-пул карты надо по чуть-чуть, осторожно и они так все, далее. Они все 5 или сколько было введено? 4, да? Ну да, 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 да. 4 новых и 3 старых оставили. Ну да, в принципе, согласен. Да. Верните чаще, в общем. Ну, нестандартность, конечно, да, это замечательно, но... Не всем это нравится. Так, очень быстрая роба. Роба, фаржа. Не будет да, у нас играть через Протоса Старфейс, очень да? много сразу зданий ставится. Угу. А вот натурал застраивается, смотри, 3 большими зданиями. У Тоса. Керна тоже. И, кстати, не факт, что вот этот вот один адепт перекроет потом. Он перекрывает, Данил. Перекрывает, перекрывает. Ну, нет, он ничего не перекрывает. Перекрывает, он, перекрывает. Там же пилончик сзади стоит, он перекрывает. Вот только что сталкер прошел. А, не... точно. Да, здесь... А, так адепт не на халде стоит просто. Он прошел, потому что адепт не на халде стоит. Ну да ладно, это мелочи на самом да, деле. Да, это на самом деле не важно. Так, что же у нас? Ноба видел, что там будет имморталы. Да, и ставит, три сейфовые спорочки, три ну, споровой это колонии, стандарт, как бы, ну, стандарт. Подозревает, да, может быть, что там есть Старгейт, что будут Фениксы, не знаю, Оракул какой-то. Это стандарт. Побежали линги, может, искать чего, да? Нет? Да, понимает Ноба прекрасно у нас, что здесь. Плюс один делается. Вот так вот Immortal вышел и говорит... Мол, типа, ну ладно, я здесь постою. О, так здесь обычный подпуш сейчас будет. Точнее, не подпуш, а такой двухбазовый алын. Да, видели мы нечто подобное уже и в исполнении наших игроков, как бы. Да, да, да. Это неплохо работает, в принципе.
Может Zealot быть, Immortal, надо быть... чисто Zealot Immortal, да. Может, надо быть Nobot чуть поагрессивнее, не Протос знаю. Протос не ставит, видишь, смотри, он не доделывает рабов, он как остановился на 40, так и все, и закончил. Итак, вот у Ноба сделан лейер, и сейчас было, конечно, отличным решением для него, наверное, поставить шпиль. Угу. Ты знаешь, ты прав. Нет, или все-таки пойдет третий Нексус? Ставится пилончик. Ну, и ставится пилон, Нексус. Да, видимо, пойдет и Нексус. Скорее всего, да? Нет, 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 пока нет. В центре зилки Immortal очень хороший. Ну, серьезно, со стопой, с такой, да. Как бы, против врачей, то есть это... Но вообще видит что-то? Он нифига не видит, а абсолютно. Он не знает про выход. Какой армии supply вообще? 27 лингов, 6 ротей, 4 ревенджера. Ну, у него проблемы. У него очень большие проблемы. Да. Ну, это как минимум минус третий, а там дальше как получится. Филдаем, филды разбивай. Хорошие, кстати, два коррозив байла были. Рочи тормозят сзади. Хорошо, а, призму вот, убил, вот, это минус уже призма, это отлично, кстати. Да. Но тут два иммортала, которых убивать, ну я не знаю, как будет их убивать. Чем? Сейчас муф врачам будет готов уже, будет попроще. Рабов надо уводить, ну уводишь ты рабов. Ну, минус третья. А ну, сам да, то Протос, смотри, третья. Ставит третью. Молодец. Ну тогда Герму не надо, нельзя выпускать эту армию. Зажимай и кидай форсфилды. Ой, эти, как они? Коррозив байла, она бросает. Да, вот они, да, здорово. Байлы. Хорошо. А-а-а, сейчас заберет реколом. Ну, имморталы были потеряны. В принципе, вся армия была потеряна у Протоса. И, ну, а сталкеров кто добивать будет? Ну, и можно было бы, ну, и что, может сейчас в контратаку пойти, конечно, и сбрить как минимум эту ставшую, ну, которую, третью, которая только что стала. Ну, но оба про нее не знает абсолютно ничего. И сам свою четвертую не закладывает. Вот это очень плохо. При таком раскладе зергу нужно ставить сразу и третью, и четвертую. Ну, не знаю. И как-то не спешит Нобан разворачивать игру, какую-то контратаку делать. Потому что вот этот третий Нексус, он был бы очень сладкой добычей. Но он, блин, Макрохата что? Вместо четвертой у вас. К сожалению, он про него не знает. Не шла? Знает, не знает. Насчет Макрохаты... Ну, не знаю, не знаю. Обсервер ежешь. Оверсира нету гидралисков. Окей. Так. Смотрим по потерям. Ну, такое существенная потеря у Протосов, кстати. Ну да, я бы не сказал бы, что уж очень удачен был этот пуш. Ну да, сбрил третью, как бы. Ну, вот в том-то и проблема, отдал. Понимаешь, что он-то сбрил третью, а свою третью-то он поставил. Поставил, у него инком сейчас там побольше. Ну, она только начала работать, то есть, кстати, сейчас бы Ноба, то есть, как-то вот взять контроль карты попытаться, я не знаю. Ну, хотя бы на Зелнаге держать кого-то. Зелнаги, оно будет просматриваться, интересно? Да, будет просматриваться. Не думаю. Будет видно рабочих, как минимум, которые добывают минералы. Это уже должно решить. Ну, как-то очень пассивно Ноба играет. Не знаю, может, пытается дожить до люркера. Четвертая у Нобы пошла, и четвертый Нексус пошел уже у Феникса. Да, по рабочим равенству, это как бы для Зерга не очень хорошо. Да. Вот Ноба играет, грубо приблизительно, как и я. Потому что я тоже очень пассивно играю против Протосов, да и против Тернов. Не умею я играть в агрессию. И сколько раз это губило, просто ужас. Да фактически всегда. Как широко, смотри, Протос стоит армией своей. Здорово. Попробуй наломись. Да, неплохо стоит. Поэтому наламываться, да, вот так, сбоку, все верно. Можно камешки прогрызть, можно просто пройти. Ну, идеальным решением, конечно, было все-таки наломиться на третью.
базу Феникса. Он не знает про них. Да, не знает. Вообще не знает. Оба у нас об этой базе. Он тут начинает ломать камни. Протосс прекрасно все видит. Да, Протосс уже подготовился. Он уже сюда пришел. Развернулась призмочка. Ну. И Ноба уходит назад. Окей. Люркеров же. Не хочет он из люркеров нападать вообще. В принципе, по лимитам, как бы, обсервер по боевому лимиту, оно по вроде бы все неплохо, но у него по экономике все не очень хорошо, на мой взгляд. Да, у Протоса рабочих больше. Четвертая стала, но она не раскачивается, то есть рабочих там нет. Тут один адепт пытается убить. Хэтчери, да. Да. Ну, люркеров прям на глазах морфит. Ну, в принципе, это логично, как бы, что будут люркеры. Прятать особо нечего. Ну, ты знаешь, а у Протоса, если сейчас Ноба нападет вот на 200 лимитов, все, у него есть люркеры, есть этот, все, иди ну, наламывайся. Ну да, его как бы по лимиту намного потому больше. Потому что я хочу тебе сказать, что при таком раскладе у Протоса нечем вообще контрить люркеров. У него есть сталкеры, есть имморталы. И все, нету ни штормов, нету ни чарж-зилотов. Да, нету ни зилотов, ничего. Ни штормов, ни фениксов, чтобы поднимать их. То есть, чаржа вот нет вообще, даже в закате. Надо закапываться. Ну это... Этот Nexus потерян. Ну проходи дальше. Давай. Щеми. Тут, ох, здесь экшен, блин, конечно. 4 адепта убили 12 дронов. Ну вот так вот, 12. Продолжается экшен. Тут здесь еще адепты наверху развлекаются, как бы убивают Квину. Ну, много ничего не остается, как просто идти. Люркеров поближе надо перекапывать. Ну вот немножко не очень, как бы, не контролит. Ну, Ноба, да, ему, конечно, есть чем заняться, он контролит в атаке. Вот, ну, тут просто с хэтчери вышли юниты и убежали от этих адептов. Это, наверное, не очень. 18 рабочих уже. Ну и... Вот, пошли. Давай, до штормов надо убивать Протоса, до штормов. Ну, не отдавать по частям армию, Ноба, ну, как же, ну, что ж так? Перекапывать люркеров надо как эти, как танки. Ну да, в шахматном порядке. Да! Ну вот как здорово, Протос только что зашел, получил зал от люркеров. Давай. Ну так, люркерами доходить же ж нельзя, ну что, ну как же ж так-то были потеряны? Ну успел вроде позакопать, все нормально. Да там очень много люркеров было потеряно, просто нахер. Давай. Значит, хорошее дотекание такое из гидралисков. Ну надо, здесь надо здорово. Просто сейчас. Надо, вот сейчас надо заканчивать игру. Да, ну здорово, вроде пробрел. Ну. Ну люркеров надо осторожненько как-то стоим. Это сейчас единственный юнит, который. Ну да, который. Фокус обсерверов. Есть ли обсерверы? Это правда. Обсерверов больше нет. У Протоса нету больше. Люкеров контрить вообще решительно нечем. Да, вот сейчас только обсервер. Пока по земле их убить нельзя, да. Сейчас есть уже обсервер у Протоса, где он? А он на базе стоит. Он висит хорошо. Вот на рампе, да. Хорошо. Кора вылетела, сразу умерла. Ну это на 1-0 похоже. Ну 39-180 лимита, это явно 1-0. Да, это 1-0, Ноба просто умничка. Ноба умничка, просто изничтожил Протоса. Протос поставил еще Nexus, ну уже заказывал. Вот только сейчас Протос заказывает чардж зилкам. Который уже по сути не нужен. Зилки юнит хороший, но с чаржем. Все, это 1-0. Отлично, берет Ноба первый сет. Умничка. Ждем мы, пока Феникс признает поражение. Джиджи. Фуджи. Написал. Фуджи. Хотел он просто написать Фуджи. Ну, это он, видимо, просто мискликнул. Да. GG. Либо я опять вот чего-то не понимаю. Да. Не, вот он написал GG, все нормально. Так. Следующая пара у нас Zipper the Fly и. Шум. Угу.
Так, а карта Invader. Что это за карта? Трудно сказать. Отличный ход. Ладно, мы сделаем... Что? Что мы... Мы можем просто сделать вот так. И мне какую-то фигню выдало. А, ну я вроде понял, что это за карта. Сейчас. Это какой-то... Это руины Эндриона, что ли? Сейчас я тоже пытаюсь это выяснить. Ну да, по-моему, да. Просто есть же еще какие-то руины, да? Есть еще руины Сироса. Не, есть еще вроде. Сейчас, ой, я нашел ее на Википедии. Ага, все, я понял, что это за карта. Это не руины Эндриона. Ну, это карта, где близкие респауны. Да, вот я не помню. А как она на русском называется? Можешь подсказать? Нашествие. Во. Нашел, извините, ребята, за мое незнание карт. Но еще раз повторюсь, у меня, к сожалению, пока времени играть особо не было. Я не знаю, как карты называются. Зипера я что-то не вижу. А где зипер? Зипер в офлайне. ФГ факин гейм, подсказывают там в чатике. Я не уверен, я думаю, что он просто промазал. Я действительно думаю, что он просто промазал. Ребята, мне кажется, что не стоит прям. Потому что под букву F можно подставить очень много интересных... Ну, серьезно. Fast game, там, future game. То есть много разного можно подставить под букву F. Не думаю, что это было. Именно это имел в виду оппонент Ноба, Феникс. Поэтому не знаю, друзья мои. Но вот то, что нету зипера, вот это вот проблема. Звонить по телефону, наверное. Звоните по телефону, наверное. Сейчас мы его откроем, его записник. Нет, его стрим, в котором есть Kiwi кошелек, который, как известно, совпадает с номером телефона, и мы. Вот это лайфхак. И мы позвоним. Вот это лайфхак, друзья мои, вы видели? Откроем его стрим, найдем его Kiwi кошелек. И позвоним ему на Kiwi кошелек. А пока Данил звонит, я категорически еще раз всех приветствую. Так. Нету пока зипера, ожидаем. У нас есть 15 минут на... Сейчас, на секундочку, опишусь ребятам.
Есть у нас 15 минут по регламенту, чтобы игрок пришел. Прошло уже, кстати, 5. 5 минуток уже прошло. И то есть, если еще 2 минутки. 2 минутки. Так, по первой игре, что можно сказать по первой игре? Ноба, в принципе, сыграл здорово. Ну, это понятно. Хуй с кулю. Уточнить, то вроде бы как бы были заявлены два кастера и один стример. Вот сейчас какой-то кулю, извините, друзья, нужно уточнить в данный момент, потому что лишние нам в игре не нужны. Бежит уже Ярослав, сейчас он будет. Угу. Да, я написал ребятам, что ждем. Угу. Очень, в общем, странно. Еще один кастер у них пришел. Их уже трое и один стример. Вот я нашел их стрим, кстати. Вроде как он даже что-то грузит. Ага. Ого, их там толпуха такая. Забавно. Nope. Kick, please. А чё я, в принципе, спрашиваю? Я же могу его сам кикнуть. Точно. Оп, до свидания. Власть. Да, что делает власть людьми. Такая штука, да. Вот сейчас ты кикаешь ихнего сокастера, а потом ты начнешь летать в Японию со своими детьми и создавать офшоры в Панаме. Я вот сейчас не понял вообще ничего. Почему я должен летать в Японию со своими детьми и почему? Ты, видимо, не читал последние новости. Ну да ладно. Нет, почему я должен создать офшоры? У меня нету такого капитала, чтобы я мог создавать офшоры. Нет, а понятное дело, если мне надонатят столько, то тогда да, я могу создать. Надонатят на офшоры, ну это ты уже совсем. А почему? Ты, ты требуешь от наших 10 зрителей невозможного. Почему я требую? Я не требую, Данил, ни в коем случае. Ты вот коверкаешь мои слова сейчас, и от нас отвернутся 11 зрителей, черт побери. Не стоит. Я не требую. Я всего лишь прошу. Если бы я требовал, мне нужно было бы стать президентом и сдать закон, по которому на мой стрим... Все должны донатить, да, на твой стрим, да? Да, все население страны должно смотреть мой стрим и донатить. Вот тогда я требую, да. А со скольки лет надо будет донатить? С 3. С 3? Угу. Это жестоко. Ладно, да, тут я переборщил. Я сначала сделаю 3, люди начнут возмущаться. Вот, а потом я сделаю с 9. Нормально? С 9, да, с 9 уже нормально. В 9 лет уже можно работать. Ну, смотри, получается, что сначала люди будут возмущаться, мол, типа, нафига, короче, вот это с 3 лет, куда это годится, и тут я такой бах и 9 делаю. Они такие, о, не, ну 9 это уже нормально, да, и в общем ну, всё. Конечно, да, он нам уступил. Да, да. Знаешь, как это как кто-то сказал из... я, если честно, к сожалению, не помню кто. Кто-то из великих сказал, что для того, чтобы люди тебя полюбили, ты должен принять дебильное решение, а потом его же и отменить.
Да, это в принципе и, типа, работает. Да, да, это работает, это действительно так и работает. То есть ты принимаешь дебильное решение, люди возмущаются, потом ты его отменяешь или как-то изменяешь в чуть-чуть нижнюю сторону, да? Вот. Но, к сожалению, вот люди смотрят именно только на конечный результат, потому что, типа, ну вот же он отменил дебильное решение. Но никто не смотрит на то, что это дебильное решение вообще в принципе пришло в голову человеку. В батлнете у нас зиппер. А, ну все. Значит, сейчас будет. А что у меня не написано, что он в батлнете? У меня написано. Ну, где он? Просто там? У тебя. Я не знаю, где он. Я говорю, что он в батлнете. Так. Окей, у него осталось на самом деле, сейчас тебе скажу. 5 минут. Ну, я думаю, он сможет за 5 минут перейти из батлнета в StarCraft и все-таки сыграть. Если он до этого не висел. Я надеюсь на это, по крайней мере. Нету, 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 пока его. Надо было тогда третьим ставить. Ну где же он? Осталось 4 минуты. Вот так вот. А это неприятно. Подождем, у нас когда-то уже в, да, там, когда мы в 9 начинали стримить, у нас к такому времени уже последняя игра когда-то была. А сейчас, к сожалению, мы сыграли только первую игру и вот ожидаем вторую. Есть. Ой. Зиппер, зиппер. Все, вот он. Да, да, я уже пригласил. Спасибо, его. Спасибо. Я случайно его в группу пригласил. Угу. У зиппера генерал. Раса. Раса. О, другое дело. Так лучше, да. Ждем от шума. Угу. Уточним на всякий случай. То ребята нас ждали. Может, конечно. Отошли куда? Зиппер пришел, кстати, вовремя. Все нормально. По регламенту он пришел раньше, чем 15 минут. Сейчас личные сообщения, так прикольно. Другим цветом? Не, они так выделяются, когда тебе пишут. Такое фиолетовое показано сразу. Go. Все, шум пишет. Go, поехали. О, нашествие. Посмотрю я на эту карту. Тоже не видел ее еще ни разу. А здесь только горизонтальные респы, Данил? Нет. Тут получается респы либо ближние вот по воздуху, либо вертикальные прямые. Нету кроссов, если я не ошибаюсь. Окей, ну давай смотреть.
Вот так вот. Интересный совет. И тут дает мне этот, как разработчики StarCraft, что направив по две КСМки зонда или рабочего на каждую минеральную друзу и по три на каждый виспиновый гейзер, вы будете добывать оптимальное количество припасов. Понял? А мне, между прочим, посоветовали идеальный рецепт победы. Ага, серьезно? Победа в сетевом матче засчитывается, когда все вражеские строения уничтожены или когда ваши противники вышли из игры. Не, ну слушай, это интересно, действительно. Теперь я знаю имбострату. Надо просто уничтожить все строения. Угу. А ты тоже, да, фигней занимался? Там минералы строил, домики, не нападал вообще? Я вообще не знал, что надо уничтожать строение. Ну, я тоже так думал. Я просто думал, надо армию убить, как бы, и все. То есть ты прибегаешь, и его армия, вы встречаетесь? Мол, ну, я думал, там у КСМ-ок есть босс, ну вот, а большая КСМ-ка, которую надо убить, и тогда ты побеждаешь. Да, отлично. Есть босс. Итак, понеслась. Значит, у нас респы вертикальные. Снизу на карте у нас Теран из команды UATM Zipper the Fly. И сверху, сверху слева у нас Зеркшум. Да. Который делает, экстра дрона, да. Тогда я посмотрю эту карту. Натурал тут тоже очень плохо застраивается, да? Ну, это особенность, в принципе. Третья вообще в чистом Новых поле карт. Стоит. Ну, не в таком уже поле прямо, ну... Не, это смотря на какую третью смотреть. Если слева, справа точнее, то да. А если же еще выше база, которая вообще в чистом поле. Но она далеко очень. Ну да. Но она очень далеко. Это скорее четвертая, чем третья уже. Ну хотя при таком раскладе, если ты занимаешь третью справа, то тогда тебе четвертую надо занимать. А, она тоже в чистом поле. Короче, четвертая здесь в чистом поле, я понял. Хорошо, ну да ладно, не об этом. Зиппер стандартненько, да, у нас Рипер, ЦЦшка. Ну, похоже на то, да. Зерг тоже стандартно. Производство. Петли первая. Будем посмотреть, будем посмотреть. Что? Да, это Reaper CC, явно. Да, это даже я умею играть. Это потому, что ты крутой. Так. Неожиданно, да? Жабы квакают, кстати. Только что слышал. Да, есть такое. На карте я имею в виду. Я понял. Почувствовался на рыбалке только что. Прикольно. Закрыл глаза и представил себя с фидером на берегу Днепра. Нет, да. Так нет или да? Нет, да, конечно, конечно. Только, ну, не сейчас. Я уже представил, когда у нас обычно сейчас идет уже водка и шашлык. Никакого фидера до него. Сейчас у нас идет запрет. Мы, как законопослушные рыбаки, да, соблюдаем его. И на рыбалку не ездим, да, мы играем в StarCraft. Как-то не доконтроливает у нас зерг, потому что два линга были потеряны, и, скорее всего, и дрончик. Нет, дрончик у нас спасен, да. И вот квина. Ушел Рипер-то! На одном хп, вот так. Стоит хилится этот парнишка. Сразу же бункер у нас от Зиппера. А Зиппер ничего не увидел, да? Да. Две пары увидел. Мариков. Видит, что ну, видел, что качается вторая хэтчери, как бы, что она... Я думаю, он понял, что она была поставлена до пула. Это все-таки ML-игрок. Смотрит. Это, в принципе, достаточно, на газы. Подбрасывает еще дрончика. Ну тут Рипер зашел так очень опасно, да, и в итоге, конечно, он умирает. Какой-то дистанс майнинг тоже. Так, а что у нас здесь будет-то? Оверлорд убит, насколько я вижу. Только что и был разведан. О, мешки делает у нас Зерх, это прикольный апгрейд, кстати. А Зиппер у нас тем временем заказывает Либератора.
контратака у нас сейчас идет. Ну, она, ну, не знаю. КСМ-ки просто уводятся и все. Ну, опять же, здесь особенность карты, то есть тут можно, в принципе, по краешку пробежать и забежать. Это сейчас и будет так делать, да. На зерх, и он так делает. Вот он уже в рабочем. Да, неприятная карта. Так, кстати, неплохо. А сколько... Так, не убил ни одного рабочего зерх. Ну, Зикер хорошо среагировал. Да, Бейлинг Нест пошел. Бейлинг Нест, треки хейчери. И вот он, быстрый оверлорд. С мешками. Ой, с мешками, со скоростью, который не видит абсолютно все. Видит, что третий ЦЦ делается. А спорок нету? Нету спорок. Ага. Сейчас Либератор может... Вот видит уже Либератора. У нас шум... Зипр, кстати, специально, я так понимаю, так пролетел, чтобы посмотреть, поставилась все-таки третья или нет. Но он смотрит, есть ли дроны на третьей. Ну, она еще даже не достроена. То есть она довольно поздняя, да? И... Ну, минус Квина. Минус Квина, минус... Вторая Квина, нет? А, Трансфьюзик. Неплохо, Квина. Неплохо сконтролил у нас шум. В принципе, Квину разменял на... Квину и раба, если быть точным, разменял, да, на Либератора. Ну, это хорошо, 150. Да, это неплохой размен. Конечно. Третий ЦЦ от Зипера уже. По рабочему больше. А Зерх у нас собирается играть в ЛБМ, да? Мув Бейном. Ну, тогда ему надо хэтчерик еще одна. Обычно в ЛБМ играют. И вот Зиперу бы, конечно, вот есть у него. Ну, он кидал скан, по-моему, на натурал он его кинул, не туда немножко. Не, я имею в виду, сейчас бы какой-то поджим сделать Зиперу. Ну, пока нечем, к сожалению, его делать. Ну, ему виднее. Один танк, немножко пехоты. Ну, Зипер понимает, что это ЛБМ, на самом деле. И идет в атаку. Угу. Он будет пытаться выйти на... Под стимы. Доделали стимы и как раз... Нет, он, кстати, даже не идет в атаку, он идет просто пока почистить. Расчистить свою место территорию, для посадки, да. Да. 1-1 у Зипера уже готовы, у Зерга еще нет. Это хорошо. Вторая атака пошла у Зипера. Минералы Зипер здорово тратит, кстати. Точнее, газ. И через минки, вот так вот, не будет он через танки играть, будет играть. Ну, это минки. Правильно, наверное. Против ЛБМ танки как-то не очень. Минки все-таки получше. Видит Зипер, что. Ага, и идет, сейчас будет разминать. Немножко он. Зерха. Саплай-блок у нас попался, и Зипер очень не вовремя. Да, есть такое. Давайте смотреть. Да. Ну и да, тут зачистка крипа, то есть все как прям как по книжечке. Все как учили про отцы. Так, и... Ага, здесь очень много, кстати, зерга. И он так стушевался нормально. Хорошая микро. И сейчас будет налом серьезный. А, дожидался муталис как у нас. Зерх. Бах! И две минки, кстати, задержались. Ну, нормально, зерх, нормально. То есть разменялся, разменял армию, заставил зерга заказать еще ЛБМа. Лингамута Бейна. Проверяет наличие четвертой базы. Все правильно. Зипер там. Да. Зиперу, наверное, как мне кажется, нужно под 2-2 выходить, реализовывать преимущество. Зерх. Зерх вообще инфестейшн пита у него нет до сих пор. Нет. Нету еще.
И даже в заказе я не вижу. То есть он в тир 3 юнитов не собирается выходить? Ну, очень видимо, пока у него как бы нет такой возможности, он. Денег у него особо нет, да. Он заказал лимит. Гряды, в принципе, лингов, у него которые... делаются. Отстает, конечно, от тирана, но. Хороший врыв лингов, кстати, очень хороший. Вот плюс 3, кстати, уже пошло у зипера на атаку, на минуточку, а у Верга только заканчивается 1-1 милишный. Минус 5 КСМ-очек. Эй, Линк бегает зипер армией. Пробежал, ушел. Очень много лингов, очень много. Вот, инфестейшн пис только сейчас. Лики понял зипер. Металлиски полетели. Ну, интересно, ты видишь, он не спешит он никуда, то есть нападать и так далее. Он ждет выгодного момента. Ну, талисками очень грамотно. Отфокусил только что минкой, парочку штучек забрал. Ну и тут, конечно, раздали. А тут муталисков, конечно, да. Только что умерло существенно так. Так, смотрим здесь. Так. И Зип понимает, что, наверное, есть у него момент какой-то, да? Ну, не знаю, насчет этого. Зиперу бы, конечно, светануть чуть повыше и понять, где... Вот, хорошо, кстати, выбросил линга. Разминировал минку. Еще одного линга. И пошел на лом. И на лом. Здоровский на лом. Сплит, не сплит, конечно. Ну, разменял. Что-то доразменял, да? Ну, зипер, тем не менее, остался по лимиту его больше. Рабов одинаково. У него все неплохо. Да, зерг живет пока еще. По грейдам 2-2. На 2-2. Зерг на четвертой. Уже и у него пошел хайв. А что делать? Видит хайв и зипер. И, наверное, сейчас он будет атаковать всем, что есть. Ну, либо добавлять либераторов. Вот он ставит Fusion Core сразу. У него есть еще старпорты. Все нормально вроде. Готовится к рейду, да. На дальность. Быструю закопку мин делает он. Кстати, наверное, можно было и пораньше ее сделать, это полезный грейд. Да, хороший грейд. И, кстати, вот сейчас момент перехода вот слонов. Можно, может быть, придушить немножко зерга. Ну, заставить его потратить деньги на лингов. А не на слонов копить. Да. Опять стушевался на рампе у нас. И мины, ух, хорошо. Сейчас уже мины хорошо зашли. Да. Ну, много зерга все равно. Зерга очень много, но тут зипер демонстрирует. Не самый лучший сплит. Давай. Терпимый сплит, скажем так, да. Он не самый лучший, но и неплохой. Мины как быстро закапываются, и вот сейчас мина хорошо раздала. Да, видим мы такой... Ходцовский ТВЗ. Да, интересно. Хороший ТВЗ, хороший. В принципе, критмасса модеваков уже есть. Как же Шнина раздала, видел? Хорошо. Лужа крови такая хорошая, да. Осталась. Красивая. И тут уже начинается с экономикой. Блин, терять экономику начинает зерг по чуть-чуть. Да, есть у него такое. Минус 7 рабочих. Минус 7, это здорово. При том, что их и так не очень много. Ну да. И зипер полетел дропать. Как же здорово зипер тратит минералы. Вот пошли либераторы уже. Либераторов да, пока 3 штучки. Либератора. Ну молодец, по грейдам опередил. Первый слон пошел в заказ, вот так. Ну хитина еще нет. Ну хитин в заказе. Через минуту будет он. Либераторы разложились. Заходит зипер. Здесь Бэйми.
Ну, так, Зиппер в этой позиции может и попытаться хату минуснуть даже. Наверное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Либераторов надо убрать. Либераторов сложить надо. А, есть у Зиппера пехота сзади, еще на допекании, хорошо. Ой-ой-ой, мин хорошо выдало. И это минус Хейчери. О, слонь. О, сейчас халявный слоник. Это здорово. Либераторами просто на халяву. Да, это хорошо. Так, а дроп Зиппер, насколько я понял, был потерян. Окей. Да, за Зиппером сложно успевать. Да. Есть у него такой минус. Корабторы, корабторы пошли. Но надо Зиперу как что-то с этим делать, потому что сейчас были потеряны. Ну, сейчас очень похоже на то, что Зерф просто останется без экономики и... Пока на этом будут все слоны, да, я с тобой согласен. Ну вот, слоны уже есть, и хитин у них, по-моему, тоже есть, да. Да, уже со специальным грейдом слоны. Сейчас бы, кстати, те три потерянных либератора очень бы помогли. Да. Слона нет. Слон умер. Еще два. Молодец, молодец. Зип, да, все делал. Все делал правильно, прилетел. Джиджи, да. Отлично, умничка. А я вот не понял, что это за здания прилетели в конце. Я тоже не понял. Но прилетели какие-то здания. 2-0 в пользу Яким. Да. Молодец, Зипер, молодец. Да, не самого простого соперника. Скажем так, он убил. Молодец и Шум, то есть играл очень хорошо. Было сложно, было видно, что Зиперу... Что Зипер потеет. Угу. Так, и следующая пара у нас играет на карте Orbital Shipyard. Это Сил и Сайтема. Наконец-то Orbital Shipyard, карту, которую я знаю. Да, наконец-то нормальная карта. Создашь, да? Угу. Найти бы ее еще. Да, вот она. Нашел. Так. ЗВТ у нас будет. Я вижу Сила, но я не вижу его оппонента. Стримера я их тоже не вижу. Точнее, стримера вижу. Данил, принимай, пожалуйста. Да я уже в игре. Ага, все, спасибо. Да, не вижу я. Вот вижу Рея. Рей зашел, хорошо. Это их не стример. Стример, два сакастера и... как его там? Сайтама, да? Угу. Не вижу его, к сожалению. Зиппер молодец. На скилле именно сыграл. Да, да, хорошо. Хорошую игру такую показал он. А, это Chicken Wings. Окей. Тогда все в сборе. Поехали. Поехали. Итак. Сил. Да. Хороший зерк, или Chicken Wings. Лучший наш зерк сейчас, я так думаю. Появляется он внизу на карте Orbital Shipyard.
И сверху у нас его оппонент Теран Чикен Винс. Угу. Красненький. Да, который. Так, ну давай посмотрим. Цвета. Что же предложит нам сил. Сейчас, кстати, вы на активе небольшом. Да, ну, я не знаю, ты с ним как бы больше общаешься. Он сейчас не играет, да? Ну, особо нет. Он поигрывает иногда, но не особо. Ага. Что это за барак такой для него? Да, кстати, интересно, барак вне стенки. Я даже не знаю, почему. Затрудняюсь ответить. Окей. Я тоже не понял. Что же это? Против зерга, как бы, ну, довольно опасное, мне кажется, решение. Вот было бы сейчас там 13-12. Да никто не играет против Терана 13-12. Ну какая разница, ну, часов не играют на ладере? Нет. Ну, таких да. Нет. Конечно, нет. А что, играют против Терана? Кто-то не играл в золоте. Уже давно. Да, извините, что уже давно не играл в золоте. Мы тебя прощаем. Не, ну как-то странно. Ну да, на самом деле шутки шутками, а барак как-то реально странно стал. Я просто даже не могу представить, зачем. Я тоже. Ну давай посмотрим. Этим-то интересно. Вторая, это как бы открытие, это я смотрю, как бы открытие это нормальное. Ну да, репер CC, вот... то есть абсолютно как бы стандартное открытие, но барак поставлен не в стенку. Может быть, саплайками, что ли, будет застраивать? Бункером или посерединке, либо да, третьей саплайкой, да. А может на этой будут стимы делаться? А, быстрый стим, типа, да? Да нет, пошла нет, факта. Факта. Есть, странно, один-один-один. Вообще вот стандарт. Ну ладно, в общем, это... Вот Марик вышел сейчас, по идее, должен пойти реактор. Вот он и пошел, на который потом перелетит вот этот вот взвод, да. И будут делаться гелионы. Все очень стандартно, но не стандартный барак. При том, что вот именно при таком расположении как раз пристройка-то не выпирает. То есть, ну. Но я думал, что может быть быстрый стимпак будет здесь делаться. Ну ладно. Ну так вот у нас решил Chicken Wins. Не, да пожалуйста, пожалуйста. Это его право, да? Да, конечно, конечно. Просто так прячут барак, да, застраиваются саплаями, прячут барак, делают пристройку. Может быть, он специально это делает для того, чтобы не видел гелионов? А он их спрятал разве? Ну такое. Нет, ну сил пока. Типа, если. Знаешь, когда лингами забегаешь, ты же видишь что. А ну тут да, вот Марик побегал, поискал оверлорда. Не нашел его, вернулся. А оверлорд сейчас будет. Он сейчас все увидит. Потому что у него сделался мув. И вот оверлорд полетел. Нет? Тут, собственно, нет. Ему особо и смотреть не на что, потому что здесь полный стандарт. Ну, хотя бы увидеть, что он медевак делается. Хотя, как он это увидит? Он подумает, что это может быть либератор. Нет, ну, там быть. Что-то там делается. Ну, либо медевак, либо либератор. В принципе, больше там делаться нечему. Угу. Это у нас Хелбат Пуш. Должен это понимать Сил сейчас. Прекрасно. А он не видел, да, он не видел арсенал. Но вот у него Роуч Варрента есть. Угу. Сейчас-то Сил все увидел, и сейчас он должен понимать, что это все-таки у нас... Да, вот 4 рача пошло в заказ. Вот 6, да, все верно. Квин надо сохранить. Квину надо сохранить, конечно же, конечно. 9 рачей. Ну тут может быть придется даже третью отдать. В принципе, ничего страшного в этом нет, как бы на ней нет рабочих. Но... Фокус из модела. Все, в принципе, верно. Ну да, третью потеряет вверх. Ах, чуть-чуть не хватило. Ну и тут, да. Но потеряно. Потерян весь, абсолютно весь.
Ну, так как бы так, такую машину разменять просто на одну хату, по-моему, это не очень выгодно. Ну вот либератор. Есть либератор. Это, кстати, очень хороший мув. Контратака пошла от Сила, конечно, который он же знает, не терял нет. рачей, когда отбивался. Да, 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 у него потерь вообще нет. У него 3 линга потери. И сейчас уже будут проблемы у Чикен Винса. Ну, посмотрим. Есть спорки, кстати, у Сила, вот так вот. Ах, надо реагировать. Надо... Умничка, хорошо реагирует. Постреляй в личинки, да. Вот они, ревенджеры. Хорошо, но здесь уже танк. И бункер. Не знаю. Минус либератор. Отлично. Вот, либератор вообще ничего не убил. Вот вообще. Личинки он убил. А, ну это да. Это, конечно, в принципе, же... да, танк он, конечно, танк. Но тут есть 4 ревенджера, которые сейчас встроят эту оборону. Вообще вот изи. Оборону-то они вскроют. Надо танк. Да, фокус по танку. О, ай, не хватило залпа ревенджера. Ну что ж так? Представляешь, не вскрыли. Вон внизу есть рачи. Танк вычинивается. Ну и похоже, что в макро у нас перейдет игра. Может быть, да. Так, смотрим по потерям. Ну, по потерям одинаково. Абсолютно. Здесь у Силы уже база раскачана. Мало. Да, уже 16 рабочих на минералах. Здорово. Все хорошо. Да, все, в принципе, здорово у Силы. Третий ЦЦ только сейчас будет закладываться. Жаль, Сил не пробил, конечно. Ну, танки хорошо стояли. Да, танки здорово стояли. Если бы они стояли под рампой, я думаю, что Сил бы просто пробил бы всю эту оборону и убил бы. Да, конечно. Ему не хватило одного коррозив байла в танк. Потому что ревенджер застрял где-то там в проходе. Видит, так понимаю, Сил, что к нему летит дроп. Ну, должен, конечно. И занимает, кстати, позицию хорошую. Здесь вот танком вот здесь вот раскладывают. Ну да, да, да. Он сразу ломает эти камни, которые будут потом мешать да, дефаться. Да, да, да. Очень грамотно это делает. Ой! Ой, хороший. Залп и... Непонятно. Ну, не знаю. Нет, есть еще ухила. Ну куда на муви пошли рочи? Они танк хотели забрать. Ну есть еще в закате у Сила. Так, сейчас рочи выйдут. Он отбивается нормально. Рабочих он здорово отводит за дилочки, все правильно. Танк потерян. Тут же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Либератор. Может отменить морф? Все-таки 100 газа каждый. Ты промазал. Сейчас. Опять промазал, да как же ж так-то? Как же так промазал-то, а? Опять промазал, да ё-моё! И опять промазал, ну вот так вот, и опять промазал. Вот так, видишь? У него, наверное, не стоит, может и стоит, не знаю. Ну, похоже на 2-1. Это 20 рачей в закате. Но они выходят прямо под либератора, под танк. Да. А убил бы того либератора, все было бы хорошо, кстати. Но не убил, потому что промазал. Так, 2-1 счет. И у нас следующий, это Мэри Милкман, да? Да. Угу. Сейчас мы его попросим зайти в игру. Я его да, не будь, вижу. Будьте любезны. На руинах Сероса. Окей. Против Зерга Дарк Сил. Окей. Блин, да где это?
половины сердца. Так. Опять у нас ТВЗ? Да, радует нас сегодня. Не зеркальными матчапами клан Вар. Угу. Где же Мэри Милкман? Сейчас он заходит, заходит. Угу. Сейчас будет. Закидываю я Милкмана, да. МЛ будет зерк против него играть. Что-то не закидывается у тебя Милкман. Еще разочек. Да, 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 секунду. Еще разочек. Есть. Весь клан Angel Wings пришел посмотреть эту эпическую битву. Чего? Судя по количеству. Нет, все нормально. Нет? У них три человека, как и было, да? Да. Все верно, угу. Да. Все нормально. Ready Dark Seal. Просит секундочку у нас. Ван. Окей. Хорошо поговорили, слушай. Мне аж понравилось мне. Это прям здорово так с тобой общаться. Такой интеллектуальный человек ты. Я переживаю за нашего игрока просто очень сильно.
именно за Ивана вот сильнее, чем за других. Да? Да ты за всех тиранов, в принципе, переживаешь. Будем откровенны. Я вообще люблю тиранов, да. Класс. Православные? Да, православных тиранов. Люблю православных тиранов. Кросс респы. О, на руку тирану. Да, карта Руины Сироса. Мэри Милкман у нас на 5 часах его база. Я же на 4 цвета. Я бы сказал. А? Где-то 4.30. Окей, на 4.30. И на 11.30. Да не, ну чё ты, это где-то 10.30. Так, всё, представляешь, где-то 10.30, 10.45. Так, смотрим мы за билдами. Ок. Куда-то поехал. Ну, поехал и поехал. Дарк Сил искать поехал он оппонента. И вторую... И это странно, будем откровенны. Да. Нет, ставит он вторую. Хотя не мне судить. Ну, как бы, да. Хочет человек, пусть хочет. Нравится ему так ездить, разведывать. То есть, да, оверлорд сейчас у нас прочекает ближайшие респы. Ну да, вот. Горизонтальные он прочекал. И все, и он понимает, что ASM, это красы. Да, и понимает, что это красы. Хорошо. 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 Может, блин, басить просто будет, да и все. Поэтому ему надо знать. Не где. Исключено. Ну, давай смотреть. Мэри Винкман у нас играет свою излюбленную, кстати, стратегию, и которая, в принципе, у него должна прокатить. Ну, Зерх играет без газа. Насколько я знаю стратегию Мэри Милхана, которую он играет, то у него это может закатить действительно. Зерх до сих пор без газа, он, у него нету даже... Видит Дарксил, что здесь халява. Кстати, вот сейчас он увидел это, приехал. Хорошо сконтролил билд, в принципе, пробку не отдал. Да. КСМ. Так, а что же, Зерх у нас вот третья хэтчери у него пошла. Хорошая третья хэтчери, раненькая. Ну, он увидел просто, что очень ранняя ЦЦшка у Терана, поэтому он так и сделал. Можно понять, можно понять. Что же у нас Мэри Милкман? А Зерх до сих пор без газа, представляешь? Если Мэри Милкман собирается играть в то, что я думаю, то у него это закатит очень здорово. Вот просто очень здорово. Ну вот эту КСМ-ку Мэри Милкмана уже, наверное, надо убрать. Ну, он, может быть, просто забыл про нее, бывает такое. Вот сейчас страшно. Пошло два газа. Вот так напал на квину КСМ-кой. Ага. Агрессивный КСМ, да? Интересно. Мне интересно за Зергом понаблюдать, на самом деле. Я не видел таких билд-ордеров. Без газа изначально играл. Тут сразу два газа добавляется. Да я при таком, на таком тайминге уже 3 газа добавляю. Роуч Ворон пошел. Ну, то есть тут, в принципе, игра кто кого перехаляет, я так понимаю. Да, это хорошая, интересная игра. Называется «Халяв меня полностью». Так, есть квины. Так, тут у нас будет, кстати, танк. И два модевака или либератора? Либератор. Либератор Медвак, да? Будет. А, Либератор Медвак. Да. Что-то да, такое да. Я уже видел, помню. Да я такое часто вижу, че открой сайт. Ох, а как же зеркалявит, это просто ужас. А что у нас? Ага, вот он лингами бежит. Ну, тут парочка лингов. Такое разведывательное, я так понимаю, посмотреть, что вообще здесь есть. Как они
от них остался только этот. Ну, они поняли, что здесь есть танк, но это было последнее, что они поняли. Да. Ребята, что вы разведали? Да ничего, там танк. Там был танк. Да. Да, где-то так. Даже СМС не успел королеве написать. 1-1 в заказе. Медовак улетел. Либератор улетел. Ну тут квин много. Вот что-что, а квин много. Хотя всего лишь 5. Не так-то и много. Ну, немало. Да, все зависит от того, как посмотреть, да? Ну да. 5 это меньше, чем 6, но больше, чем 4. Тут... Либератор особо ничего даже тут, не да, сделал. Трудно сказать, много это или мало. Но вот сейчас тут будет раздача слоников. Ну такой, один медевак. Два танка либератор. Ну не знаю, если честно, вот, ну серьезно, я не уверен, если честно. Ну вот квины сагрились и. Ну что, ну две квины и забрал. Ну один танк уже. Не ликвид. Не ликвид тейджа. Не ликвид тейджа, да. Катает туда-сюда Милкман. Ну, развлекает, да. Ну, да, зря да. Он это делает. У него не хватает, на самом деле, это мультитаска для того, чтобы развиваться дома. И танк катать. У него очень много минералов скопилось. У него стоят рабочие, у него переизбыток на второй базе, причем... А, сейчас он на газы переведет, все, вижу, вижу. И танк так и остался в кустах, спрятался. Так, 1-1 есть. Что у нас из армии есть? У Милкмана три танка и мариков немножко. Стимпак сейчас будет готов уже. Но у Зерга, что у Зерга? У Зерга шпиль готов. Еще забрал одну королеву, кстати, Милкман. Бегают здесь рочи. О, сейчас вылетит Муталиск и расскажут медеваку, куда ему надо идти и зачем. Надо было танк бросить на этот, на Бейна. Не, ну он сильно пробитый. А, ну да. Ну вот они Муталиск, сейчас мне прилетят. Сейчас мне парень. Все, хорош. Оп, и буст закончился, и оп, и умирает. Все. Умирает. Ну, краснющий медовак. Умерло 250 газа только что. Ну, они себя, я думаю, оправдали именно эти 250 газа. Нет, Данил, они себя не оправдали. Убило 3 королевы, 13 лингов и один рабочий. А умерло 2 танка, один медовак и один либератор. То есть сам понимаешь, сколько это. Ну ладно, тут идет серьезная такая машина, контратака. А, где турели ставятся? Хорошо. Муталисков мало пока еще. 4 штучки, еще 4 в заказе. Ну, для развлекаловки пойдет. Милкману надо уже разворачивать либераторов. А мариками прикрывать, да-да-да, минеральную линию. Все очень правильно делает Милкман. Хорошо, Зерлинг забежал в рабочих, но не хватило немножко ДПСика. Тут бы да закрыть стеночку, наверное. Да, желательно. Там было. Тем более деньги есть. Пошли корабторы у Зерга. Зерг, кстати, себя шикарно чувствует на 4 базах уже, а Милкман только на 2. В этом, собственно говоря, и заключается вся проблема. У. Ну вот выходит на 3-ю Милкман сейчас. Ну, тут. Зерг, кстати, смотри, как видишь, вот он не стал наламываться, там бежать на эти танки, лингобейнами. Ну, отошел спокойно, он понимает, что у него преимущество. Ну, у зачем? Него уже 5-я база стала, Данил. Как бы у Милкмана огромная проблема, потому что у Зерга 80 рабочих.
Если не летать и не развлекать зерга вот прямо сейчас, ну просто ты по экономическим показателям всем просто проиграешь. Даже с мулами. Зерг себя замечательно чувствует. Вот он закопку делает. Еще 4 дрона, ого. Да. Зерг адский сатанист, конечно. Нюкман куда-то выходит. Слишком мало пехоты, как мне кажется. А, вот вся пехота, все вижу. Ну и зерху весь идет сюда, по F2, кстати. Ну, еще и стопнул постройку хэтчери, замечательно. Да, сейчас поймает вне позиции зерх просто Керана и все. Танки, смотри, вот, ну хорошо, да, два танки разложены. Либераторы не разложены. И Милкман уходит. И, боже! Да, тут творится какой-то форменный сатанизм. Ну, это... Да нет, просто зерг поймал Керана именно вот тогда, когда Керан был вообще не готов к этому. Ну и все, лимит 67 на 93. Зерг боится заходить, думает, что здесь танки, а здесь стоит 4 Марика, 3 Марика и 1 Мародер. Ну, тут карактеров многовато, пожалуйста. Да, отбивается Милкман. Ну, а рабочих 89 на 46. Ну, да. Посмотри на запас ресурсов у зерга. Он сейчас просто, он даже в Т3 выходить не будет. Вот только сейчас хайф пошел. Здорово, конечно, Керан намакрился. Точнее, зерг, я прошу прощения. У зерга вообще экономика шикарная, он сейчас просто будет клепать армию. Ему уже макрохаты, кстати, можно лупить, вот он что и делает. А, он просто хэтчери ставит везде. Говорит, хочу везде хэтчери. Пожалуйста, пожалуйста, вы можете себе это позволить. Вот вообще пехота героически погибла, неизвестно за что. За императора. Вот тут один Марик. Зерх, по-моему, по F2 летает. Да, по F2 ходит, я тоже обратил на это внимание. Я понял, зерг отличная тактика. Короче, сначала мы адски макримся, а потом просто F2 клик, F2 клик, да заказ, F2 клик. А разве не все зерги так? Не, прикинь. В F2 клик было очень тяжело играть, когда во времена Ходса, во времена вот этого адского ЛБМ на 4М, понял? Вот это сложновато было. GG. 2-2. Да. И эйс матч у нас. Да, история повторяется. Будет. Слышь, Данила, там, по-моему, в этой надо выставлять. Да, я выставляю результаты. И эйс матч же тоже вроде надо выставлять. Ну вообще да. То есть мне я могу только все результаты выставить. Ты понял? Без эйса не могу. Угу. Так, террасы Приона.
Так что ты выставил? Я говорю, не могу я выставить. Мне надо выставить только вместе с эйсом все. Нет, так а эйс, игрока на эйс там надо выставлять? Zipper the fly. Это понятное дело. Сейчас я просто... Сыграет у нас Zipper Ace. Так. А террасы Приона, да, у нас? Угу. Попью пока водички. Не признаются, ребята, кто у них будет играть эйс. Да, и это, кстати, печально. У нас эйс будет играть мистер Икс. Окей, ждем. Дарк. Окей. Все. Все честно, сразу написали. Все честно. Никто не брал каких-то минуток на раздумие. Хорошо, правильно думаю, что ты сделал. ТВТ, да? Да, у нас ТВТшка. Сейчас ждем. Зип просит минутку, я тоже на эту минутку отойду. Туда давай. Же, куда и Зип. Давай. Да. Согласовали, да, там все, по всей видимости. Так, эйс матч у нас, друзья. Сейчас будет. История повторяется. Как и 15 декабря 2015 года. Рэя никто не хочет инвайтить.
Очень странно. Не хотят ребята инвайтить своего стримера. Вот же он есть здесь, все в порядке. Или он уже зашел? Ага, все, все вроде есть, все нормально у них. Все, вижу Рэя. Так, напряженненький КВ сегодня, в принципе. Так, ну что там? Все, поехали. Поехали. О, и ты как раз пришел, и Зипер как раз пришел. Вы вместе живете, может? Мы вместе ходили. Если вы вместе ходили, тогда все ясно. Дарк у нас все-таки зерх. Вот так. Угу. Ну, он же только что играл с Мэри Милфманом. Да, это точно. И снова ТВЗ. Нет у нас сегодня зеркальных матчапов. У нас есть матчап ЗВП и 3 этот ТВЗ, да? Или 4. Ну да ладно, суть не в этом. Не важно. 3. А какой тогда еще один был? Не знаю. Хорошо, Дани. Поехали. 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 Значит, сверху у нас Керан Зиппер The Fly. Снизу у нас Зерк Dark Seal. Посмотрим сейчас, что же предложат нам ребята. Dark Seal опять у нас едет очень рано разведывать. Кстати, да. Может будет мешать бараку достроиться. Слышь, мне кажется, я знаю, зачем он ездит так. Ну, я так предполагаю. Если он видит 17-й ЦЦ, вот, то он играет 3 без газа даже. Понял? Uh-huh. А может и я нет. Понял. Давай посмотрим. Тут как бы, да, он приехал, увидел, что здесь стандарт. Ну, не факт. Смотри, газ он опять не добавляет. Сейчас. Да. Ну, тут еще и карта такая располагающая к халяве. Две золотых локации. Ну, давай смотреть, потому что, ну, я не знаю, против Зиппера без газа играть, ну, не знаю, опасно, пожалуй. Он просто игру читает получше, чем Милфман. Если он увидит, что нет газа, может, он что-то и придумает. Ну, Зиппер... Да, пожалуй, Зиппер может что-то придумать, пока он... Пока он ничего не знает, то есть он спокойненько идет в стандарт. Здесь 4 лина, пошло 2 квины, это в принципе нормально, но
газа опять нет. Вообще. Да, кстати, линами без мува будет тяжело ловить рипера. А, ну, хорошо, рипера, а вот гелионы пойдут, что делать? Ну, я думаю, это будет... Вот, пошел газ. Попозже, да, сразу два газа, может быть. Может, Роуч Ворон сразу. Хочет, хочет, смотри, охотится за лин. Оп, не получилось дрончика уже разобрать. Но дрончики покатались. Да, рипер живой, дрончики покатались. И спорка. Ага, все, все, вижу, да, это же спорка, которая была отменена. Точнее, будет. Так, сразу идет здесь перевод рабов на золотую локацию. Но одного дрона все-таки рипер забрал. Ну и, кстати, действительно, вот Dark Seal, он, видишь, он опять играет без мува. Он не будет заказывать муфлингом, по всей видимости, вообще. Я тоже заметил. Ну окей, что он на зипер придумывает? Не стал он гелионов делать? Зипер, да, не делает гелионов, он сразу идет в танк. Чекает, проверяет и видит, что на втором золоте стало третья база. Ну, только сейчас заказан. Таки заказан, да? Ну, не знаю, не знаю. Давай смотрим. Одновременно с Роуч Вороном, интересно. Видит ли Зип? Нет, не видит ли Зип Роуч Ворон. Падает оверлорд, supply блок. Тут же добавляется еще один барак. И идет пересадка, смотри. Нет, не идет, передумал. Ага, передумал, да. Мне показалось, что идет пересадка для... Сейчас я тоже думал, старпорт пересадит. Да, скорее всего, будет банша. Нет? Не знаю, я смотрю за рипером. Который информации получает очень много. Нет, не будет. Все-таки это, будут стимы, и на реактор у нас старпорт садится. Рипер до сих пор живет, боже мой, 5 минут игры, а Рипер еще живой. Он толком ничего не забрал, больше поразведывал. Так он разведывал, ну, Рипер когда-то что-то должен был забирать. С одного дрона забрал, и то хорошо. Вот теперь абсолютно все знает зипер. И даже знает, что нет газов на натурале. Да, то есть вот вообще с двух газов он с трех. Сейчас четвертый пошел уже. Беллинглесс только он не знает, что стал. Не видел он его. Да, не видел. Можно кинуть скан, если не жадный. Зипер опять будет играть в Минки или... Нет, он пока делает танки, два медевака. Решил через танки он сыграть в этот раз. Да, достроится два медевака, и я так думаю, он пойдет в атаку. Ну, под стимпак и 1-1, думаю, да, почему нет. Четвертая уже у Зерга становится. Ну, в тут, этот раз, конечно, да, вот... Сил макрится хуже, чем против Милкмана. Две золотые локации, конечно, инкам просто дикий сейчас будет у Сила. У Дарка. Да, да. У Дарк Сила. Так, ну что, что Зипер? Сидит пока в обороне, да, немножко? Окей. Вот 1-1. Кидает скан, видит. Зипер у нас. Ему бы на вторую кинуть. Одна скорочка ставится. Так, и зипер полетел куда-то, да? Дабл дропом полетел. О боже, как же зерх. Смотри, как он хаты ставит. Это уже пятую уже ставит. Ничего себе. Какой наглец. Да, действительно нагло.
Ну, тут... Ну, Зиппер и увидел ее, кстати. А, вооружение воздушной техники. Зиппер собирается играть, скорее всего, в либераторов, да? Либераторов, конечно. Он поэтому делает апгрейд сразу. Ну да, либератор с третьим апгрейдом — это адская машина. О, рабочий приехал какой-то у Зиппера. Мисклик, скорее всего, да. Поездил, в общем, и назад пошел. Вот, и сейчас Зиппер займется своим любимым делом. Нет? Разводами? Ну да. Он полетел медвак сюда. Вот медвак, вот Марики. Ну да, он идут. Арбию держит двумя вот этим даблдропом. Да, держит, да, 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 вот здесь? Я об этом, да. А Керан видит, все прекрасно. Так, и тут вот пошло забегание, нормально. Вот это уже хорошая муж. Ну, с 8 дронов. И вот полетела армия, нет? Нет, и здесь еще Марик, а кстати, крип чистит, смотри. Да, да, да. Ну, отлично. Ну, минус 12 дрончиков. Потеряны Марики, но... Минус Квина, крип, 12 дронов. Ну, неплохо. Ну, как минимум. И тут еще, скорее всего... Не, ну, пятая, конечно, не упадет, но... Тут просто очень много всего... Да. Очень много всего. Так, ну смотрим дальше. Инфесторов нет. Шпиля есть. Шпиля есть. Интересно, что рабочих сейчас у Зиппера больше. Ну он же убил 12 штук. По боевому либиту, конечно, его немножко меньше, но грейды как бы у него лучше. 3-3 пошло у него уже в заказ по грейдам, кстати, у нас 1-1 на 2-2. Это 1-1 на 2-2 сейчас, да, и опережает как бы Зиппер по грейдам. 3-3 у него будет раньше. Так, и вот налом от зерга. Очень... Ух, какой скан кидает Зиппер, просто шикарный. И он готов принимать уже его. И начнет он атаку подальше от своей базы. Здорово. Очень много. Ну, есть. Ну да, ну танки классно стоят. Очень в классной позиции танки находятся. Пошли мины. И два либератора. Да, приходится отменить. Четвертую. Пошел налом. Здесь вверх ничего не добьет. Очень много танков. Ну я не знаю. Не-не-не, мариков много. Пехотинцы просто шикарные. Очень замечательно. Как да, молодец, надо? Молодец. Просто молодец, Зип. И по лимиту это просто сейчас F2 клик. Вот просто делает. Ну нет, нет, нет. Ну сразу до заказ такой. Дарк Сила. Ну, просто конечно. Дикий до заказ. 28 лингов, 9 рочей, 14 бейлингов. Ну, бейлинги Морка-то здесь. Зипер это прекрасно видит. Хорошо, хороший пресплит от Зипа пошел. Он на крип, наверное, все-таки залезать не стоит. Да нормально все у него здесь. Просто шикарно, шикарно. И Зерг, оказывается, да, ситуации очень такой, что ему... Солидная игра, Зиппер. Сложно. GG, отлично. Пишет Дарксил. И 3-2 UA Team побеждает в сложнейшей игре. Да. Да, я согласен с тобой. Сложная игра, и для Зиппера она была нелегкая, 100%. Отлично, отлично. Хорошая игра от Зиппера, отличный сплит. Так. Все, Данил, проставляй результаты. Да-да-да, я как раз сейчас этим занимаюсь. Так, пока пересмотрю вот этот адский налом от зерга. Когда все умирает.
Танки, здорово, вот у Зипера отлично было 5 танков. И они были очень круто разложены. Так. Бэйны как-то не вкатились нифига. Там танки так по бэйнам раздали. Так, ну я думаю, будем заканчивать трансляцию. Да, конечно. Отлично, отлично. Все очень здорово получилось у нашей команды. Да, пожалуй, сегодня мы заслужили, наверное, эту победу. Да, согласен. Все наши игроки молодцы. Да, и итого в первой игре на Лиге Альфа. Да, первый тур у нас победа со счетом 3-2. Большое всем спасибо, ребята. Поздравляем. Ребят. Завтра, кстати, у нас да. опять будет клан Вар. Второй тур. На Альфа-лиге. И завтра против UA Team будет играть, если я не ошибаюсь, как-то Dream Team Admins, или как-то так она называется. Да-да-да. Соль в том, что завтра против UA Team будет играть небезызвестный Сенсей. Он не будет завтра играть, успокойся. Возможно, будет. Почему не будет? Не будет, не будет. Я с ним разговаривал, он сказал, что это не Камильфо. Ну, почему не? Это интересно, как минимум, было бы. Да. Всем большое спасибо, ребят, кто пришел нас посмотреть. Да, приходите завтра на наш стрим. Я думаю, мы завтра сможем застримить. Это будет фаново. Да, как минимум. Да. Да. Большое спасибо, ребятки, всем, кто нас смотрел. Большое спасибо игрокам за то, что подарили нам немножечко Старкрафта. Большое спасибо всем, кто не задонатил. Да, и отдельное спасибо Зиперу, который затащил для нас Эйс. Да, да, да. Всем игрокам большое спасибо. Было интересно, было действительно здорово. Большое спасибо. Всем услышимся. Пока.